Много лет мучает совесть, что после резкой инфляции вернула долг по старому курсу. Если мучает совесть, то нужно совесть либо закопать, либо... Это говорит о том, что вы, скорее всего, имеете долг энергетический. Как эзотерически искупить вину? Нет, нет, вам физически нужно искупить. Найти этого человека, отдать ему деньги, которые были по старому курсу, или хотя бы с ним пообщаться. Да, вас мучает совесть, у меня тоже такое было. Только таким образом, эзотерически есть, но я вам не советую. Если вас много лет мучает, лучше, если вы отдадите эти деньги, то тогда все вопросы у вас мгновенно решатся. И больше зарабатывать будете, и вопросы со здоровьем будут лучше. Ну что, у меня такой вопрос. Хочу купить сыну 11 лет талисман, не знаю, какой подойдет. Купите 5-й. Сильно неуклюжий, потому что быстро растет. У детей, которые в 11 лет, у них у всех неуклюжесть. Они такие, их мозг еще не успевает контролировать все данные, которые есть в виде конечностей, гормонов и так далее. Это очень сложный и тяжелый возраст, 11-13 или даже 14 лет. С этим нужно мириться, потому что у них очень высокое количество гормонов, тестостерона. Оно их долбает, он уже и не ребенок, и вроде как ребенок, и хочется поспать, и вроде не спать, и вот у них вот что-то там мучает, такая кашка-малашка в голове. Я бы вообще освобождал детей с 11 до 13 лет до момента их окончательного гормонального развития от школы, чтобы они не мучились. Все равно в это время обучать ребенка бессмысленно.